Всем привет, это мой отзыв о курсе Poker Pro от Poker Ability, причем уже спустя, ну, чуть меньше года после обучения. Для начала немножечко предыстории, как я попала на курс. В общем-то, в покер я серьезно играю где-то с середины 2020 года. Катала кэш, играла на Poker Stars и на восьмерках Full Ring столы. Исключительно Full Ring, 6 макс у меня не получался. Покажу график, тут будет немножко графиков в отзыве. Poker Stars я показываю на смарт-хенде, потому что он у меня уже заархивирован давно. Вот, ну, тут видно обычный нетовый рек с маленьким, ну, таким винрейтом, но меня устраивало. Дошла тут до NL 100, сколько-то рук там накатала. Ну, тут еще меньше винрейт, тут 2-3 ББ на 100, ну, совсем маленький, но катала горе не знала до марта 2022 года, когда, как известно, всех русских игроков уволили с Poker Stars, и тут начались проблемы, потому что надо было искать площадки для игры. Я попробовала катать в разных румах, пробовала со статистикой, без статистики, разные, совершенно ничего не получалось. Тут тоже могу показать графики. Вот есть такой, например, это график с покерка. Ну, низкие лимиты, там 5-10 я катала. Аналогичный график примерно iPoker. Тоже те же лимиты, там десятка, 5-4, 4, NL4, там NL10. Та же ситуация была на покердоме. Низкие лимиты, все в ноль. То же самое приложение. Ну, в общем-то, было. Эта игра вот на протяжении как раз нескольких месяцев с марта по август 22-го. Ну вот в августе я как раз пошла уже на обучение в Poker Ability. Причина этих неудач, естественно, не румы там, не подкрутки, ничего. Тут очевидно, что скилла мне не хватало. 6 макс я вообще играть, как оказалось, что не умела полностью. У меня не, ну, ноль было понимания игры на 6 максе. Вот. И так получилось, что к августу я уже очень сильно начала нервничать, потому что игрой я зарабатывать, ну, игрой у меня зарабатывать не получалось, а деньги уже заканчивались, которые со старзов я вывела. Надо было что-то думать. И так получилось, что я не искала обучение, а обучение нашло меня. Я просто увидела рекламу школы Poker Ability, этого курса. И, недолго думая, записалась, потому что делать нечего, надо было что-то менять в игре. Вот. А теперь расскажу про обучение. Обучение получилось очень продуктивным, очень интенсивным. Кто хочет расслабиться, ничего особо не делать и думает, что он придет ему там просто дадут всю информацию быстренько, и он там сразу же начнет плюсовать, так не получится. Придется достаточно много работать. Что еще ценно было в обучении? Ну, научили работать в эквиляторе Flopzilla. Посмотрела, как работать в солверах. Ну, до солверов я до сих пор не добралась. Это для меня достаточно сложно пока что. Вот. И очень ценный опыт был это работа в мини-группе. Я хоть и катаю уже не, ну, не первый год, но опыта работы с напарником или в мини-группе у меня до этого не было. Оказалось, что это очень полезная работа. И после обучения у меня остался напарник, с которым мы регулярно разбираем раздачи, созваниваемся по поводу покера, обсуждаем. Это, конечно, хорошая поддержка и моральная, и в плане обучения тоже. Вот. Ну и покажу сразу же график, что тянуть. Я катала на Чика, получается, с обучения. Вот в начале обучения. Сейчас покажу. Ну, вот такой вот график получился. В общем-то, плюсово меня все устраивает. Приблизительно та же история
Ну, там винрейт, конечно, сложнее посчитать. Ну, плюс-минус то же самое на покердоме. На покердоме я тоже активно начала катать вот несколько месяцев назад. Несмотря на то, что до обучения у меня было, ну, навскидку около 50, может быть, тысяч рук в ноль откатано на микролимитах, там, на 500 рублей, может, вот такие вот. После обучения я закинула 3000, и из 3000 раскрутилась. В общем-то, сейчас я катаю уже столы на 2000 рублей, 3000 рублей и подключаю 5000 рублей столы. Вот. Ну и результаты только плюсовые. В общем-то, покердом кормит последние несколько месяцев. Ну, Чика тоже я не отключаю. У меня там все хорошо. Рыбы там хватает. Единственное, конечно, на айпокере у меня как не получалось, так и не получается. Какой-то проклятый для меня рум, но закрыла и забыла. Зарабатывать мне, слава богу, есть где. Вот, так что всем советую школу Poker Ability. Очень хорошее обучение, очень грамотные тренера, приятные, хорошие кураторы, которые помогают со всеми организационными вопросами. Регулярные тренировки проходят, обучение. Очень много домашних заданий. Придется постараться, но я считаю, что это стоит того. Вот, так что, если хотите заниматься покером серьезно, то придется научиться. Все, всем плюсовых графиков и удачи!